Всем привет, меня зовут Федор Васильев, и это проект Joomla Sensei, урок номер 128. Мы продолжаем с вами общаться по поводу компонента Community Builder, и в этом уроке я хочу вам показать, как интегрировать популярный бесплатный компонент форума, это форум Kunene, интегрироваться с Community Builder. Если вы не знакомы еще с этим форумом, в описании к этому видео будет ссылочка на мою бесплатную серию уроков по компоненту Kunene. Давайте перейдем в админку, и если вы еще не обновились, то давайте обновимся. У нас Community Builder, вот видите, обновился. Если вы зарегистрированы на сайте разработчиков Community Builder, качайте обновление по кнопке «Обновить сейчас». Если вы обновление качали у меня и вам удобнее качать у меня, то можно скачать обновление без регистрации на моем сайте. В описании под этим видео также будет ссылочка на мой сайт, прямая ссылка вот прямо на эту страницу. Здесь вы увидите вот такие справа голубые кнопки. Обновление Community Builder, то есть это сейчас обновление, о котором я говорю на данный момент записи, то есть оно актуально. А ниже кнопка «Качайте форум последней версии на данный момент записи урока Kunene 5». И также ниже можно скачать русификатор для форума. Также можете качать у меня. Или же вы можете пройти на сайт разработчика, зарегистрироваться там, а потом только качать. Давайте сначала обновимся. Итак, я сначала перетаскиваю пакет обновлений Community Builder, загрузить и установить. Нам нужно дождаться вот этой страницы. Установка успешно завершена. Дальше мы переходим в расширение, менеджер расширений. И давайте установим пакет форума, да? То есть сначала форум, а потом русский язык. Появляется такое окно, мы ждем, когда процесс установки будет завершен. Нам нужно дождаться вот такого вот окна. Установка завершена. Можно нажать на кнопку «Сведения по установке». У вас должно здесь везде вот так высвечиваться напротив каждого пункта. Окей, окей, окей. Нажимаем здесь «Закрыть» и перетаскиваем пакет локализации для форума. Система сигнализирует, что у нас установка пакета успешно завершена. Компонент форума находится здесь. О компоненте я сегодня говорить не буду, так как я предлагаю вам посмотреть мою бесплатную серию уроков, которую я уже записал. Вот здесь мы можем видеть версия 5.0.7. Давайте сразу выведем меню, то есть переходим в main-меню. У нас там автоматически уже форум вот здесь вот создался. Нам лишь нужно его опубликовать. Кликаем вот на эту кнопочку, чтобы здесь загорелась зеленая стрелочка. Нам тут показано, что все опубликовано. Обновляем страницу нашего фронтальной части сайта. Вот здесь появился в меню форум. Перейдем. Вот наш форум. Здесь тестовые категории вы потом удалите. Добро пожаловать в Kunene. Зайдем сюда. Авторизован я как администратор. Так, давайте я перейду вот здесь в главный раздел. Вот, добро пожаловать. Зайдем сюда. И здесь создам новую тему. Сейчас просто вам покажу, как в профиле Community Builder будут отображаться посты, то есть которые мы создаем с вами в форуме. Напишу демо, заголовок поста, выберу какой-нибудь значок, иконка, и здесь тоже демо. Отправить. То есть все пользователи, которые будут писать на форуме, это все будет отображаться у них в профиле. Сейчас смотрите, у нас профиль Kunene форум не связан с нашим профилем Community Builder. Нам нужно объединить это. Нам нужно, чтобы по клику, по аватарке с компонента Kunene нас перебрасывало в профиль Community Builder, то есть единый профиль. Если сейчас я кликну по иконке вот здесь вот напротив администратора, то меня перебросит в профиль Kunene. И также иконка будет автоматически тянуться с профиля Kunene. Здесь вы видите, сейчас у меня мое лицо, вот здесь вот SV-логин, а здесь идет тестовая иконка, да? Сейчас мы это исправим. То есть, вот смотрите, я кликаю по тестовой иконке, меня не перебрасывает в профиль Community Builder, меня перебрасывает в профиль форума Kunene. То есть, мы это сейчас исправим. То есть, нас будет перебрасывать вот в этот профиль. Сейчас добавим, кстати, здесь вот кнопочку форумы, да, то есть, которая будет отображать все наши созданные посты, то есть любой человек, заходя в ваш профиль, сможет перейти на эту вкладку, видеть ваши посты, которые вы создали на форуме, и кликнуть по любому заголовку этого поста, и человека перебросит в тот самый пост уже на самом форуме, где вы создали эту тему. Вот таким вот образом. Что мы делаем дальше? Мы можем перейти в Community Builder.
перейти в менеджер плагинов. У нас здесь есть SV Forums. Если у вас он не опубликован, вот здесь вот видите колонка «Опубликовать». Вот SV Forums у меня здесь стоит галочка, то есть все опубликовано. Давайте зайдем внутрь данного плагина, кликнув по ссылке SV Forums. Здесь настроек мы не видим. Перейдем на параметры. Здесь ничего нет. Переходим в форумы, модель. И вот здесь вот в списке мы кликаем и выбираем. У нас последняя версия, да? Точнее, у нас Kunena 5 уже, но мы выбираем вот здесь вот Kunena 3. И нажимаем сохранить, закрыть. Далее мы с вами переходим в Community Builder Manager вкладок. И ищем, у нас уже с вами должно быть здесь вот форумы. То есть вот это название будет самой вкладки. Я считаю, оно не совсем правильно. Лучше изменить на форум. Или можно написать что-то типа того, посты на форуме, или как-то вот сократить, я не знаю. Но в данный момент оно у нас сейчас не опубликовано. Стоит крестик, вы это видите. Давайте кликнем по крестику, опубликуем. Зайдем в форумы. Здесь по настройкам можно пробежаться, посмотреть. В принципе, я тут ничего не трогал. Давайте попробуем заголовок изменить на форум. Нажимаем сохранить. Расположение также здесь стоит все как мне нужно. Вы можете это все менять. Идем на сайт, обновляем страницу. Вот здесь появляется форум. Кликаем. Здесь вот, значит, по умолчанию созданная тема, которую вы удалите потом. И вот демо. Тот пост, который мы только что с вами создавали. Если я кликну по заголовку демо, меня перебрасывает прямо внутрь поста на форум Kunena. Вот здесь можете наблюдать путь, что это действительно так. Нам осталось связать профили. То есть у нас до сих пор профиль Kunena не связан с нашим профилем Community Builder. Это делается очень легко. Для этого здесь мы нажимаем закрыть. Мы переходим с вами компоненты Kunena форум. Переходим здесь слева на вкладку плагины, и нам нужно включить интеграцию, то есть вот интеграция Kunena с Community Builder. Кликаем напротив по крестику, можем зайти внутрь, кликнув по ссылке «Интеграция Kunena с Community Builder». Здесь ничего, в принципе, такого нет. Основные параметры, здесь можно что-то отключить, что-то включить, но уже все включено. Здесь, в принципе, можете ознакомиться, если что-то не нравится, отключить. Я считаю, что здесь все правильно стоит. Нажимаем здесь сохранить. Вот вы видите, я нахожусь сейчас в этом посте форума. И пока профиль не привязан, обновляю страницу. Обратите внимание, аватарка тянется с Community Builder. И если я кликаю здесь по аватарке на форуме, меня перебрасывает в профиль Community Builder. Все очень четко. То есть вот и есть весь смысл самого слова интеграция. То есть у нас здесь уже разработчики постарались, все там подружили, все классно, чтобы соединялось. Нам лишь осталось только, видите, правильно объединить все, и у нас все работает. То есть буквально за какие-то минуты мы с вами внедрили форум вкладку в профиль и соединили профиль форума с нашим профилем Community Builder. Все достаточно несложно. Если вам урок был понравился, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео. И с наступающими у вас майскими праздниками. С Днем Победы! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью.
лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.